Вопрос обеспечения чистой водой деревень Горки, Белютова и жилого комплекса «Май» отпал с введением около 2 лет назад нового водозаборного узла. Это один из ярких примеров того, как губернаторская программа «Чистая вода» работает в муниципалитете. Добывается вода из артезианских скважин. 3 скважины. Подольско-Мечковский горизонт, который берет воду 80 метров. Скважина 80 метров. И Алексеевско-Протвинский, который 240 метров. Поступая на водозаборный узел, вода проходит необходимую очистку от примесей железа. Для этого здесь находится 6 емкостей. Далее она поступает в резервуары чистой воды, где отстаивается, а после через установки ультрафиолета проходит непосредственно к потребителю. Станция водоочистки производит 50 кубических метров в час. Сутки объем воды, который мы забираем со скважин, где-то 600 кубических метров. Этого хватает вообще для поселения? Для вот этого поселения это вполне достаточно. ВЗУ работает полностью в автоматическом режиме. Работники только снимают показания датчиков, а также еженедельно отбирают пробы питьевой воды и отправляют их в лабораторию для контроля качества согласно требованиям Роспотребнадзора. Подобных станций водоочистки в нашем муниципалитете на сегодняшний день порядка 30. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видное ТВ.